И на фоне событий в Германии произошел резкий обвал курса евро. По отношению к доллару потеряно сразу 0,5%. Как отмечают эксперты, сейчас для европейской валюты наступает более продолжительный период неопределенности, чем планировалось ранее. Обвинение НАТО в адрес учения «Запад-2017» глава МИД России Сергей Лавров назвал липой. Как отметил министр, сейчас они размещают контингенты в Восточной Европе под предлогом российской угрозы. Придумали, что белорусско-российские маневры «Запад-2017» являются подготовкой агрессии против Прибалтики, отметил министр. Ничего из этого, естественно, не реализовалось, заявил Лавров, выступая в азербайджанской ДИП-академии. Еще одна цитата. «Все оказалось просто липой, а вот натовские войска из Прибалтики – никто выводить не собирается», подчеркнул Сергей Лавров.